Всем огромный привет! Вы на канале Geek to Life, и сегодня я буду вам показывать продуктовые покупки, которых у меня достаточно много оказалось, целый пакет. Очень тяжелый оказалось, да, будто внезапно туда упало. Ну, просто я как-то не ожидала, что так много всего получится. Была я в двух магазинах, это мини-лента, да, по-моему, называется, или что-то типа того, и я была в этой пятерке. Ну, начнем давайте с мини-ленты, или просто лента, да. Продуктовые покупки. Паносиан. Вот такие интересные, ну как, я хотела сказать, ну нет, это не макароны, конечно. Лапша, да, наверное, рисовая такая. Выбор ленты экспертов, кстати. Выглядит достойно, даже не знала, что это лента, не обратила внимания. В общем, по скидочке, да, рисовая лапша выглядит очень хорошо, попробуем. Стоила она, я сейчас, ну, в принципе, у меня здесь какой-то чек лежит, да? А, это из пятерочки чек. Значит, тот там находится, да. Поэтому как до него добираться? А, вот добралась. Так, это... Хлеб я взяла. Попозже вернемся к нему. Кстати, он подорожал, как, в принципе, и многое сейчас подорожало. Давайте посмотрим, сколько эта лапша стоит, да? Ну, потому что, в принципе, самое интересно посмотреть. Так, где же эта лапша, собственно? Найди еще ее. Давайте так, я вам сейчас ничего не буду рассказывать. И по классике, в общем-то, сделаем. Мы с вами таким образом, да, поступим. А, хотя нет, вот нашла 129. В принципе, буду говорить, наверное, в этот раз. Дальше. Ну, это кое-что из пятерки. Пара. Пятерочки я тоже достаточно взяла. Угу. Пожалуй, знаете, сейчас все выну, потом буду вам показывать. А то это надолго может затянуться. Искренне ваш, сметана. И отдала я за такую сметанку. Так, ну сметану я, наверное, быстро найду. Наверное. Сметана, ну, короче говоря, она должна была, да, она так и есть, 69 рублей стоит, искренне ваш, 15%, но по факту там пожирности как будто больше, и берем не первый раз, очень даже нравится. Взяла две вот такие упаковки лапши Big Bon, причем не хотелось острое брать, курица в соусе терияки, поэтому все остальное было острое, все, что с говядиной, еще какое-то другое тоже все острое. Взяла попробовать, потому что сейчас идет по акции. Две вот таких мне вышли в 99 рублей. Это здорово. Взяла вот такой домашний творог зерненый карат. Но он, кстати, что-то такой подсдувшийся, но не самый, да. То есть там и другая была еще больше, я даже поменяла. Но как факт, по дате это все в порядке, поэтому... Взяла в любом случае. И стоимость такого 131 рубль. А маскарпоне 189. Вот беру именно его и постоянно виталат. Обожаю. Самый вкусный маскарпоне из всех, что я пробовала. Взяла фреш лента. Периодически вот берем такой. Есть с земляничкой вкусный. Это с манго. В этот раз решила с манго. С земляничкой муж съела. Вот этот я... Ну, если успею, съем сама. Вот. Так, дальше. Лучок на 8 рублей у меня вышел, но в целом там лук сложно было выбрать в ленте, честно говоря. Да, вот на 8 рублей, а так 23,99. Какой-то он был весь неудачный, так скажем. Самое главное, взяла сахар, который давно никак не могли мы купить тоже как-то. Ну, не то, что мы, я забывала про него, потом муж обнаружил, что его нету, и тоже... Стал помнить об этом, но также забыл. В общем, ладно, такое бывает. Ну, собственно, сахар. Вот она. Сахарок. Да, сколько он там стоил? Сахар должен был... Ну да, 67,99. Вот так. Взяла пасту, спагетти и гранд паста, кстати. Кампанелли. Я их очень люблю, эти макароны, они мне нравятся. Высокого качества, действительно. И вышли они в 78, хотя там просто не поменяли ценник, потому что когда я смотрела, было 69. Ну, я не стала разбираться. Вот, дальше. Крем-паштет с утиной печени по 119 рублей. Идет далее сырок. Вот такой ламбер. 249 рублей. Замечательно.
Да? 249 у меня вышел. Сейчас я уточню этот вопрос. Ламбер. Да, все верно, я сказала. Вот вопрос по этому, как он там называется, божечки. Как же... А, сколько грамм я хочу показать. Что я найти? А, вот, 230. Подождите, а почему я думала, что здесь больше? Я не знаю. 230 довольно-таки мало. Вот, тем более я планирую готовить Цезарь. Ну, ладно, пусть так пока будет. А, фаворит, вот этот я уже съела один, я приобретала. А, почему фаворит? Фаворит, как-то так, эпика. А, банан, банан, ореховый крем. Очень оригинально написано, конечно. Так по-русски. Бананово должно быть. Ореховый крем. Банан, ореховый крем. Оригинально. Творожок. Ну, короче, вкусный вообще. Нежнейший. По 49 рублей. Далее вот такие замечательнейшие. Сын попросил оливки. Я взяла с лососем. Замочек тут. Должно быть еще крупнее. Еще крупнее. Класс. Замечательно. И такие оливки с... Стоили, сейчас он 100, нет, стоп, это не они. Сейчас попаем, а, вот, 129,99. Ну, грубо говоря, 130 рублей. Так, и наконец я себе взяла по 3-4, по-моему. Просто когда была в магазине, мне что-то подташнило. Я такая, так мята захотелось, увидела это и думала, блин, вот, это то, что надо. Вкус мяты, рондо. Рондо. Рондо должен быть 34 рубля. Да, так оно и есть. Ну, на самом деле 35. Хорошо. Это все, что я приобрела в ленте. На самом деле достаточно много, я считаю. Ну, так хорошо взяла. И теперь мы переходим к пятерочке. К магазину пятерочка. Вот хлеб стоит сейчас вот такой, да? 67, по-моему. Я же за него чек не взяла, все отдельно. Там какие-то у них проблемы были. Да, и вот такой вот хлеб стоит 67 рублей уже. Подорожал. Тоже. Но я говорю, как бы это самое много что сейчас подорожало. Причем так весомо. И резко. Даже это в этом Макдоналдс, те же биг-хиты, да, они называются вроде так. Они стоили еще недавно. Сколько они стоили? Ну, что-то там типа 167 или типа того. Кто помнит точно, напишите. А сейчас они уже 180 стоят, если не 186. Ну, короче, так просто один из примеров. Взяла комбо салат Цезарь и взяла... Ну, в чем я скомбинировала? Суп грибной. Это вот себе взяла, это сына. Как раз он пообедает. И все вместе это вышло по цене салата. 169 рублей. Дальше 109 рублей спаржа по-корейски. Нравится она мне. Потом я взяла вот эти купаты. Они вышли. Ну, такой приятный на них ценник. Так, куда это? А, вот он. Приятный на них ценник. Ля-ля-ля-ля-ля. Купаты 129 рублей. Куриное филе тоже так подорожало сильно. По 429 рублей за килограмм. Еще недавно, в общем-то, это было где-то 289. А вот, ну, собственно, на эту сумму и вышла, потому что я взяла 673 рубля, для салата Цезарь вполне себе хватит этого веса, ну, вот как-то так. А дальше, по скидке, мужу взяла, кстати, да, так что тот йогурт мой, точно, я же, не обращайте внимания на наши бананы, они как-то нам не зашли в этот раз, и вот долежали до такого состояния, но, думаю, ничего страшного, если вы на них посмотрите немножко. Царка, йогурт, земляника. Вот. 67 рублей по скидке. Но если быть более точной, то 68. Ну и наконец я взяла вот такие вот круассанчики. Они, значит, без начинки, без всего. Но они уже, конечно, стоят. Я хочу с маскарпоне. По 19 рублей каждая штучка. Ну, вот такие были покупочки. Оценивайте видео, подписывайтесь, пишите комментарии. Всем пока!